Добрый день, дорогие жители курортного района. Новый год – это удивительная пора, когда сказочное волшебство может стать реальностью. Особенно этот праздник всегда ждут дети, которые верят в чудеса и Деда Мороза. Детские мечты сбываются в администрации курортного района. В данном случае тех, кто живет без родителей и находится на государственном обеспечении. Речь идет о воспитанниках детского дома номер 3, находящегося в поселке Ушково. В Петербурге уже 4-й год проходит благотворительная акция «Елка желаний», направленная на поддержку детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В доме-интернате курортного района проживают дети и подростки с тяжелыми заболеваниями. Там каждый воспитанник конкретно написал о своем новогоднем желании. Дорогой Артем, 9 лет, загадал интерактивный развивающий автотрек. Дорогой Артем, мы обязательно исполним твое новогоднее желание. И всем детям, 49 детям из дома-интерната, который расположен в поселке Ушково, и все они получат долгожданные подарки. Пусть эта маленькая радость поможет детям ощутить атмосферу праздника, почувствовать нашу любовь и заботу. Подарки воспитанникам детского дома номер 3 будут доставлены на предпраздничной неделе. Для этого, собственно, сегодня в районную администрацию прибыл главный новогодний персонаж. Сотрудники пресс-службы из данного действа сделают небольшой видеоролик и пошлют его воспитанникам детского дома, что волшебник Дед Мороз с их подарками уже в пути. Наше дерево желаний готово исполнять самые заветные мечты. Ну, а я напомню взрослым, что каждый из вас может стать волшебником. Лишь только стоит снять открытку с нашей елочки и исполнить заветное желание. Спасибо, Дедушка Мороз. Вас ждут все дети курортного района. Помимо детских подарков, сегодня также был отправлен и груз гуманитарной помощи мужчинам, нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции на Донбассе. На базе комплексного центра социального обслуживания населения собраны необходимые бойцам, помимо положенного обеспечения, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения и письма. В сборе помощи помимо населения района участвовали и предприниматели. Дорогие жители курортного района, сегодня мы отправляем подарки, собранные вами для наших воинов, стойких, преданных родине и своему служебному долгу земляков. Вдали от родного дома они мужественно и самоотверженно защищают Россию. Это сладости, новогодние открытки и письма от воспитанников детских садов и школ. В каждой детской открытке добрые пожелания, рисунки. Мы от всей души поздравляем наших парней с наступающим Новым годом. Верим в вас и гордимся. Берегите себя и возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами. Братцы, с наступающим Новым годом! Держите границу крепко. Ну, а мы здесь приглядим за детками. С Новым годом! С наступающим Новым годом!